Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Этим людям необходимо одиночество и покой, чтобы иметь возможность размышлять, медитировать и работать над своим собственным духовным и интеллектуальным развитием. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладатели буквы «П» в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Они стремятся руководствоваться разумом, а не эмоциями. Каждому вопросу они подходят серьезно и аналитически, и поэтому обычно находят логическое и разумное решение любой проблемы. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. В своем отрицательном проявлении эти люди в нумерологии превращаются в лжецов и обманщиков. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. В любви выбирают партнеров, которые будут поддерживать их устремления и разделять весь спектр эмоций, но не позволяют ему быть лидером. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.